31 октября 2021 год, Харьков, 4.42 по Киеву в Харькове. Через 10 минут ждем МКС. А пока я решил поснимать на минимальных настройках светочувствительности луну, красавицу. ISO 125, фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Вот этот овальный кратер. Надо же, камера дрожит, потому как я с ноги на ногу переступил. Не могу поймать лучи резкости. Вообще совершенно мистическим образом, полностью в соответствии с нынешней датой Хэллоуина. Я добирался до места съемки по сплошному туману. Я уже готов был отказаться от съемок, потому как я дороги не видел, по которой иду. И вот тебе, пожалуйста. Мистическим совершенно образом туман разошелся. Я натурально наблюдал, как он уползал от места съемки. А как красиво, ну сейчас я выдержку поменяю. Не фонтан, да. Так, сейчас главное не увлечься. Через 6 уже минут будет МКС. Он сегодня пролетит между звезд Большой Медведицы. В том смысле, что для наблюдателя с Земли, а конкретно из Харькова, между двумя звездами большой на небосводе,
Международная космическая станция пролетит. Между двумя звездами Большой Медведицы. Так, хорошо. Наверное, на этом смайлике чеширского кота дубля закончим. В предыдущем дубле при других настройках светочувствительности видны еще и глаза. Неканоничные у чеширского кота. 448 по Киеву, Харькове, 31 октября 2021 года.